Всем привет, с вами Маша и добро пожаловать на мой канал. Как вы понимаете, сегодня видео про пустые баночки за ноябрь месяц. Будет очень много ухода за волосами, за лицом, а также есть несколько товаров для дома, а также есть закончившиеся товары с сайта iHerb. Так что оставайтесь со мной, не переключайтесь и давайте я вам расскажу подробнее про все свои закончившиеся баночки. Давайте первое, с чего начну, это вот с этих трех продуктов. Это такие звездочки, пафы для детей сайта iHerb. Это что-то вроде наших кукурузных хлопьев, только это для детей от 8 месяцев. У меня это бренд Gerber, все три пафа. У меня они с разными были вкусами. Это яблоко с корицей. Да, если вы не знаете, то на iHerb очень много таких интересных вкусностей для деток маленького возраста. Вы можете уже начинать, как видите, здесь на этикетке нарисовано, давать такие вкусняшки для детей, уже тех, кто умеет ползать. Хорошие, вкусные, самое главное, органические, натуральные вкусняшки. Они, знаете, такие очень легкие, воздушные, они тают во рту. И, в принципе, ребенку моему очень нравится, потому что они хрустят, они очень вкусные. И, главное, они натуральные, что не может не радовать маму. Они не имеют никакого химического привкуса, это очень круто, потому что периодически, если покупаете у нас такие хлопья, да, на завтрак, то они все-таки имеют какой-то, ну, слишком выраженный вкус, а здесь такого нету. У меня это было яблоко-корица, дальше это такая лимитированная зимняя коллекция пафов с бананом и еще одни пафы с картошкой, sweet potato. Крутые, на самом деле, пафы, я вам их посоветую, если у вас маленькие детки, да и, в принципе, если у вас есть детки, или вы хотите просто попробовать что-то вкусненькое, то попробуйте, прикупите, они действительно очень крутые, сейчас так мой ребенок вообще съедает быстренько эти упаковки, как видите, у меня здесь три закончилось за месяц, он какое-то время от них устал, они ему надоели, он их не ел, а вот сейчас последний месяц прям усиленно на них напал. Так что в ближайшее время у меня на iHerb будет заказ, и снова закажу себе какие-нибудь интересные вкусы. Давайте пойдем дальше. Следующее средство, которое закончилось, это средство для мытья посуды, концентрированное с экстрактом шалфея от Faberlic. Я обожаю это средство, потому что оно, во-первых, концентрированное. Здесь объем 500 мл. И что самое приятное, вы можете спокойно, не боясь, мыть детскую посуду, бутылочки, соски и так далее. Я считаю, что это очень здорово, потому что это экономит семейный бюджет. Плюс ко всему, хватает такого флакона раза на 4, а то и на 5, в зависимости от того, как вы будете разводить его. Это средство имеет аромат такого лайма, но не химического, вполне себе натурального, приятного. И я вам только посоветую эти средства. Я уже второй год покупаю и безумно довольна, и, наверное, это будет средство у меня просто мой must have forever, потому что оно действительно крутое, оно стоит своих денег и стоит того, чтобы его попробовать. Дальше закончился вот такой массивный у меня гель для душа. Это Palmolive Man бодрящий цитрусовый заряд. Вы знаете, я уже не раз говорила про этот гель, поэтому сейчас я ничего говорить о нем не буду. Просто вам покажу, что есть вот такой вот огромный формат в 750 мл. Намного выгоднее покупать именно такой формат данного геля, потому что он дешевле и здесь объем просто феноменальный. 750 мл. Вот за месяц где-то уходит у нас с Сашей вот такой гельчик. Да, я тоже им пользуюсь, если вы впервые зашли на мой канал. Ничего в этом предрассудительного не вижу, потому что действительно стоящий гель. Он хорошо очищает кожу. Он дарит просто фантастический заряд бодрости, потому что он пахнет цитрусом. Причем очень насыщенным цитрусом. У меня, кстати, ощущение от этого геля, как будто бы Новый год вот прям вот-вот уже стоит на пороге. Далее закончилось вот такое жидкое мыло от Красной Линии с грейпфрутом. Точнее, написано, что это красный апельсин, но по факту это аромат грейпфрута. Причем, знаете, он очень навязчивый, и мы попользовались этим мылом меньше месяца, он нам жутко надоел, и поэтому мы стали домывать этим мылом собаку, мыть ей лапы и так далее, потому что, ну, для нас слишком был навязчивый аромат, слишком он был грейпфрутовый, хоть и не сильно химический, но все равно что-то да не то. В принципе, ценовая категория у него очень маленькая, он стоил, по-моему, порядка 60 рублей, что ли, здесь 520 грамм, как написано. Ну, я еще раз повторюсь, домывала я этим мылом Нюшу, это собака моя, мне оно не понравилось, я вам его не посоветую, потому что если вы не любите слишком навязчивых ароматов, слишком ярко выраженных, то вам точно он не понравится, потому что, ну вот, совсем что-то не то. Итак, продолжим
уход. Это будет у нас теперь уход за волосами. Закончилась у меня серия аква-уход, шампунь и бальзам от Glyscure. Это восстановление волос с комплексом жидких кератинов для ослабленных и склонных к утяжелению волос. Знаете, мне очень понравилось, что этот шампунь, давайте начнем с него, он очень имеет такой легкий, ненавязчивый аромат, такой прям, ну не знаю, аромат свежести, наверное, так я бы его назвала. Бальзам, он не особо ярко выражен, он просто такой немного отдаленный имеет похожий аромат. Шампунь, знаете, такой жидковатой консистенции, а вот бальзамчик, он прям очень и очень густой. Мне нравится, что шампунь, он очень хорошо очищает кожу головы, хорошо вымывает волосы, причем их не пересушивая, наоборот, немножечко присутствует увлажнение. Бальзам тоже хороший, он тоже хорошо увлажняет волосы, и причем, знаете, у него действие как от маски для волос. Я периодически делала из этого бальзама именно маску для волос, оставляла на 10-15 минут и была просто поражена фантастическим результатом, потому что это было круто. Но у этого бальзама есть одно не очень хорошее свойство, на мой взгляд. Если вы немного переборщите с этим бальзамом и нанесете очень много продукта на корни, то у вас, в общем-то, будут они очень сильно зажирнены, и как бы получится эффект грязных волос, даже если они у вас вымыты и, ну, как бы уложены. Поэтому аккуратнее будьте с этим бальзамом, у него есть такое нехорошее свойство. А так, серия мне очень понравилась, могу вам ее посоветовать. На самом деле, Glyscure один из любимых моих брендов в масс-маркете, которому я доверяю уже не первый год, и к которому я все равно возвращаюсь периодически. Раз мы начали с шампуня для волос, давайте вам еще один покажу шампунь. Это серебряный шампунь для волос Go Go от бренда Kalos. Я заказывала его из Польши. У меня было недавно видео про заказ из Польши и Америку, и этот шампунь там фигурировал. Еще раз так легонько пробегусь по нему и скажу, что мне не понравился этот шампунь тем, что он очень сильно сушит волосы. Прям вот капитально иссушает их, и это просто ужасно. Лучший шампунь — это Olin Professional. Он по стоимости где-то приблизительно так же стоит, но по действиям намного лучше. Да, конечно, этот шампунь, он все-таки делает волосы более пепельным оттенком, но то, что он их пересушивает, это огромный минус, и слава богу, что я его просто взяла тупо на пробу, и больше я такого не повторю. Так что, если вы где-то видите такой бренд, такой шампунь, и вы блондинка, вот проходите мимо, не задумываясь, потому что он только испортит вам волосы. Еще один продукт для волос, это краска Olin Professional номер 921, это блондин фиолетово-пепельный. Ну, я вам очень много уже рассказывала про эти краски, они действительно очень-очень хороши. У меня, кстати, тут ампула еще закончилась с маслом, когда я красилась в последний раз. И вот так выглядит сам тюбик красителя. Здесь у нас 60 мл. Мне вот такого тюбика хватает на 2-3 применения. Ну, в зависимости от того, как я крашу волосы. Если на всю голову, то тогда у меня периодически бывает уходит по половине тюбика одного. Но я смешиваю два красителя, поэтому от каждого красителя уходит по половине. Вот. Ну, а так, если я подкрашиваю только на середине головы, либо только затемняю корни, либо наоборот осветляю, в зависимости от второго красителя, какой я добавляю, тогда, конечно же, уходит намного меньше. По стоимости просто фантастическая краска, стоит где-то 110 рублей без скидки на сайте ShopHair. Если вы где-то видели еще, то можете тоже присмотреться к этим краскам, потому что они меня полностью устраивают, своей ценовой категорией, своим действием, хорошо красят. Главное правильно подобрать оксид, и главное правильно сделать пропорцию в таких вот профессиональных красках, тогда у вас все точно получится. Давайте покажу вам несколько средств Faberlic, которые у меня закончились. Первое, это, конечно же, для мужчин, это прозрачный гель для бритья и умывания. Это вот такая вот серия серебристая, серая, не знаю, как назвать. Это у меня мужу очень нравится данный гель, мы уже покупаем его тоже где-то второй год, он полностью им доволен. Здесь, сколько здесь, 100 мл объема, но ему хватает, ну, не знаю, где-то на месяц, наверное, может, чуть больше. Так что присмотритесь для своих мужчин, это очень хороший вариант. Кстати, я могу сказать, что действительно мой муж отказался от любых других гелей и пен для бритья. Да и в принципе он у меня пеной не пользуется, потому что этот гель очень бюджетный, он очень экономично расходуется, и я не знаю, это круто. И мне очень нравится аромат, он такой, знаете, прям мужской-мужской аромат. Дальше тоже Faberlic, концентрированная зубная паста, плюс 200% закончилась. Я все-таки люблю эту пасту больше, чем
пасту, которая была в предыдущих пустых баночках отбеливающую, потому что эта паста, она действительно очень концентрирована, достаточно маленькой горошинки, чтобы хорошенечко почистить зубы, чтобы создалась очень плотная, густая и огромная пена. Вкус остается мятный, но такой, знаете, нейтрально мятный, не такой, чтобы прям было очень холодно, и не такой, чтобы как бы ничего не чувствовать. Тут прям правильная пропорция, я считаю. И плюс ко всему, эта паста, она все-таки не сушит потом полость рта, что хочется пить. У некоторых паст такое есть свойство. Данная паста таким не страдает. И могу сказать, что действительно очень мягко очищает зубки, но она очищает их, причем очень хорошо. Свежесть дыхания хорошая, и могу вам только ее искренне посоветовать. И закончим средствами Faberlic. Это вот такие влажные салфетки экспресс-помощь для удаления пятен. Я думаю, очень многие знают эти салфетки. Я думаю, ну, большинство из вас точно уже их пробовало. Мне нравятся эти салфетки. Мы начали пользоваться этими салфетками, когда у нас Максим родился, потому что, когда мы перевели его на прикорм, из баночек пюре, естественно, то что-нибудь капнет куда-нибудь, ну и так далее. Вы понимаете, я думаю, у кого есть дети. И эти салфетки, они действительно очень хорошо очищают обивку мебели, они очень хорошо очищают одежду. Из других поверхностей тоже легко и просто удаляются любые загрязнения, потому что у них вот эта пропитка универсальная, которая справляется с такими пятнами просто фантастически, как со свежими, так и с пятнами, которые немножечко уже въелись. В такой упаковке 20 салфеток, конечно, если вы каждый день будете ими пользоваться, возможно, это будет не очень экономично, а если по нескольку раз, то вообще, как бы, ну, наверное, не очень бюджетно. Но мы ими не каждый день пользовались, потому что у нас есть еще из этой же серии карандаш такой, и из этой же серии у нас есть еще и спрей, который сейчас просто у меня в фаворитах и в мастхэвах по удалению пятен. А ну и давайте начнем серию по уходу за лицом. Первый — это мой пропеллер любимый, салициловый лосьон от прыщей для комбинированной кожи. Это мой неизменный мастхэв на протяжении 2 лет. И сколько раз я пыталась пробовать что-то новое, какие-то новые лосьоны, даже от пропеллера, я каждый раз все равно возвращаюсь именно к этому малышу. Здесь всего 100 мл, но я его обожаю, потому что другие лосьоны, другие тоники не делают с моим лицом то, что делает этот лосьон. Если я перехожу на другие лосьоны, у меня все равно начинают появляться прыщи, и потом моим спасителем сразу становится снова этот лосьон, потому что у него накопительный эффект, он борется с появлением прыщей, он борется с покраснениями, и действительно, если вы будете ежедневно пользоваться им 2 раза в день, то у вас будет фантастический результат. Действительно, будете избавляться от прыщей, потому что, ну, я не знаю, моя личная кожа, возможно, просто привыкла к нему, и другие лосьоны, другие тоники с подобным действием просто не воспринимает. И я очень довольна им. У него фантастический, приятный такой лаймовый аромат. И действительно, он бюджетный. Он стоит в районе, по-моему, 60-70 рублей. В моей коробке с новыми там косметическими продуктами постоянно лежит пару-тройку новых таких лосьонов, потому что действительно я его обожаю, и я вам посоветую, если у вас комбинированная жирная кожа, вот это ваш случай, потому что я 100 раз, наверное, говорила, не стоит для жирной комбинированной кожи использовать средства, содержащие спирт, иначе, ну, просто будет не очень хорошо вашей коже, и вы не добьетесь того эффекта, которого бы хотели. А вот этот лосьон просто творит чудеса. Еще один мой must-have и открытие этого года — закончился крем увлажнения для век «Идеальная кожа, чистая линия». Я честно вам скажу, я когда-то раньше, давно, еще, наверное, в подростковом возрасте, конечно же, пользовалась чистой линией, потом на какое-то время это все забылось, стало, ну, якобы не модно, да, использовать такую дешевую косметику, и все перешли массово на люкс, более дорогие косметические продукты, но вот в этом году я вновь открыла этот продукт, этот бренд, и осталась очень довольна, потому что этот крем, он фантастически питает кожу вокруг глаз, он увлажняет ее, не раз меня этот крем спасал, когда у меня кожа век пересушивалась, благодаря некоторым продуктам, которые у меня были в пустых баночках, которые в прошлом видео я вам рассказывала, меня просто ужаснули и испортили, просто иссушили кожу век. Этот крем, он просто спасение для таких случаев. Он действительно уменьшает темные круги, он убирает мешки под глазами. Я вообще просто была поражена в первый раз, когда его стала использовать. Он какой-то волшебный. И плюс огромный, что это очень бюджетная косметика и безумно действенная косметика. Ну и быстренько расскажу вам про маски тканевые, которые у меня закончились. Маска от Dermals с виноградом.
отличная маска, хорошая пропитка, отличный аромат винограда. Лекала маски тоже просто идеальные. Лично мне подошло оно просто вот как будто бы на меня именно сделано. Хорошо увлажняет кожу и самое главное, что не оставляет после себя какой-то липкости и неприятных ощущений. Я лично кайфовала от этой маски, могу вам только посоветовать, она действительно очень крутая. Дальше закончилась еще одна маска от Foskin, которая тоже, по-моему, в прошлом видео у меня была. Это маска, которая матирует кожу с гранатом. Маска действительно матирует кожу на пару-тройку часов и мне понравился эффект, потому что все-таки присутствует увлажнение кожи. И главное, что мне было комфортно в этой маске, достаточно такой нейтральный, приятный аромат. Так что присмотритесь, тоже очень хорошая тканевая маска. Маска, которая меня в себя влюбила, если честно. Это L'Oréal Магия Глины с тремя натуральными глинами и углем, Детокс и Сияние. Я просто была поражена, насколько приятная она пахнет какими-то фруктами. Вы знаете, аромат очень нежный, но в то же время манящий какой-то. Мне понравилось действие от маски за один раз. Она просто фантастически очистила кожу, просто вытянула поры. Это было фантастика. Я теперь буду задумываться о покупке полноразмерной такой маски, потому что это маска-пробник 7 мл. И мне хватило на два применения, точнее на одно применение для меня, и муж у меня тоже ее попробовал. И тоже поры немного очистились. Так что могу вам ее посоветовать, и она действительно очень крутая. На этом были все мои пустые баночки ноября. Надеюсь, вам понравилось это видео и вам были полезны мои отзывы на закончившиеся продукты. Поддержите меня, пожалуйста, и поставьте пальчик вверх. А также не забудьте подписаться на мой канал и заходите, подписывайтесь на мой инстаграм. Все ссылочки на мои соцсети будут внизу в инфобоксе. А с вами была Маша, до встречи в новых роликах. Люблю, целую вас, пока-пока.